Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем играть в гольф. Полетели, у нас новая экспериментальная комната. Походу, с роботами будет связано. Флаг туристам. Так, ну это понятно, снова будет. Ха. Поражение. Или мне нужно типа сильно. Да. Испытание пройдено. Так, и на коронку что-то. Сбей флаг. Испытание про. Вот это ж как вообще легкая какая-то. Полетели. Так, здесь у нас с вами две комнаты. Угу. Я предлагаю пойти сюда. Здесь у нас боулинг. Так, там туалет есть. Сломанный. Почему-то. А давайте поиграем в боулинг с вами. Я понял. Боулинг. Ну это уже плохо похож на боулинг. Страйк. Короче, нужно еще смотреть за его руками. То, что там вообще. Ладно, короче, бедный киси. О! Бэм! Боулинг. Корова. Сбей кегли. Ля-ля-ля. Бам-бам. Бугагашники. Это в разных там анимешках бывает, так говорят. Бугага, типа... Злой смех. Ой-ой-ой. Бедная кися. Фейерверки. Сломатый туалет. Кто же его сломал? Ладно. Количество. Замена. Полетел. Страйк. Боулинг. А, ну. Пизди. Короче, здесь надо сделать так, чтобы во время... Вот, вот, идеально.
идеально. Квак. Крок. Так, корона. О, манать. Ладненько, идемся дальше. О, какая-то шляпа. Нифига он ее швырнул. Вот это как-то он ее странно швыряет. Типа, когда она у центра, он ее кидает по низу. Когда выше, он ее кидает хер знает куда. Он ее кидает куда-то в воду. Коврик. Так. Хорошо. Количество... За ковер сколько ударов? А, завершить определенное количество бросков. 3 или меньше. Короче, нужно 3 выстрела, либо половинки забирать. Да, найс. Это так. Ну, подожди. Да ладно. Хэт-трик. Типа хэт-шляпа. 4 удара. За ковер. Катись, катись. Я же сбил. Короче, нужно двигаться в эту в основном сторону, я понял. А, можно еще катиться в это время. О-о-о. Вот это ладно, можно немного себя подталкивать. Так, и давай как-то... О, так. Найс. Хорошо. Пока что без проблем. О, еще один компьютер. Гольф, перемещение 3-2. Иногда мы, вы играете в гольф, и sometimes, иногда... Хорошо, гольф играет вас. Почему там на английском? Не перевели sometimes. Да. Так, мухи. Иди отсюда нахер. Чет. Будем играть за один мячик. Боулинг. Я за один играю мячик, поэтому... Походу за 2 играем теперь. Отлично. Так. Выполни 4. А, блин, нужно... Ла-л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 а-
Нужно, короче, за один удар делать просто мощный. Один шар нужен. Потрясающе. Да ладно. А, это количество ударов, я думал. Тогда все. Рассчитано, ладно. Давайте играть за самый передний шарик. Ладно, он все равно упал. Ну, музончик, знаете, такой спокойный, что ли. Музончик спокойный. Понять бы, как мне это проехать. А мне же еще точно сбить надо это все. Вот это может меня затруднить, конечно, на самом деле. Как видите. В принципе, раз, два, три. И там четыре добить. Но это еще нужно ровненько туда доехать. Не врезаясь ни во что. Идеально. Да. Было бы еще круче, если бы я сразу смог получить. Так, поехали. Ого, тут какие компуктеры. И корова играющая. Ни хрена себе. Боулинг. Ого, ого. Летаем по планете. Ищем что-то. Я вижу дерево, ладно. О, еще. Это спряталось. Боулинг. Ну, смотри, кнопка обычно намигает туда-сюда. Обосрался. Ладно. Порядочность. Вот это ладно. Здесь нормально. Главное вовремя ударить, когда он опустит вниз. Ого. Упустил тебя. Ну, это на самом деле можно было и быстрее выполнить.
Зачем стрелочка, если я не могу забрать? А теперь она, видите, не мигает, потому что у нас корона есть. И что мне дадут здесь? Ну, что-то я этого на самом деле и ожидал. О, у меня тут проход открылся. Отрубаем компьютер. Туалеты. Живой тостер. В доступе отказано. Так, теперь у нас какая-то спортивная. О! Олимпийские игры. Давай, достань! Не достал. Ладно. Ну давай, ну коснись, ну ты чего? О. Perfect. Я не знаю, почему порядочность назвали, хотя perfect это превосходно. Ага. Ага. Принесло. Можно не спешить. А, у финиш уже все. Ей, мы донесли. Налем. Бегаем. Бег с препятствиями. Достань! А, победила дружба. Ха. Йоу. Понял. Вот это вот прикольно. А, мы перелетели даже. И водичку. Эй! 12 из 10. Сбей флаг. Какой флаг? Нет, тихо. О, тихо, я коробку могу двигать. Интересно, я могу ли просто так допрыгнуть? Могу. Испытание пройдено. Прямо макушкой. Ни хрена себе бассейнчик. И я должен это за один раз делать. Ну я же упал в воду. Да, упал. Я даже сказать не упал, а окунулся в нее. Так, идем дальше. Ей. Так, там стрельба какая-то. Это, знаете, была игра. Там тоже нужно было стрелять. Прямо в точку. Где-то вот так. Она посильнее. Посильнее в бок. Сильно. Точка. Почти в точку. Бам. Стой, можно тебя подбить? Можно. Пал толки. Так, вот это он как-то... Да ладно. Что? Кайт. Ой-ой. Поехали. Количество попад...
За 4. А в чем сложность была? А, может в яблочко попасть? Ух ты ж, ё-мо. Нет, отстань! Он меня зацепил! О, скорость. Поворот на последней секунде. Так, у нас там... ленточки. Потом еще какая-то херовинка. Непонятная. Давайте если дальше. А, тут гора. Нет преград. Серьезно? Мне нужно тебе в руки их. Так, слишком сильно. Давайте вот так как-то. Оп. Вот так. Почему оно зависает аж? Серьезно? Ладно, я понял. Потому что типа оно вторым концом не коснулось. Поэтому они вакают. И да, это сильно. Надо говорить, это жестко. Ни хрена себе. Вум. Это этот. Блин, знаете, на мобильнике игра была, где нужно... Только там прыгать, кажется, нельзя было, да? Тихо, 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 тихо. Бэм-бэм-бэм-бэм. Бум! Что? О май гольф. На время. За 7 секунд. Я еще и проиграл. В смысле, я достал? Ладно. Фу, он достал рукой. Так, и последнее. Собирай яблоки. Фум-фум. Мои яблоки. Давай. Серьезно? Ой, боже мой. Как так можно застрять? Вперед. Ладно, больше мы на тебе не остановимся. Поехали, поехали, поехали. Давай. Давай только не глохни, о. Мани. Мани яблок. Готово. Скорее всего, кубок, да, дадут? Нет, факел. А. Ладно. Так, ну эта серия у нас довольно короткая вышла, тогда считай. Живой тостер. У нас, в принципе, остался только взлом. Ну, в принципе, у нас время есть еще 5 минут, мы можем сгонять в этот.
Ой. Ну, я могу ж... Вот это вообще просто. Сложности не вижу вообще никакой. Вот что я сейчас могу сделать, это, в принципе, пойти с самое начало. Да. И попасть вот в эту трубу. А, так это сразу сокращение. Понятненько. А могу я вернуться сюда? Нет. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. А, вот где тут еще что-то есть. Там есть какой-то вон проход. Ну, чтобы туда попасть, мне нужно, получается, пройти вот это. Там какой-то у нас проектор. Ладно. Так, кстати, мне сюда. А, это 10-я комната. Всего их... Так, нулевое, первое. Ну, короче, нормально еще у меня комнат. Подожди, это спортивная. Значит, у меня еще 7 выходит. 7, не включая вот этих. То, скорее всего, титры. Ну, почему они с другой стороны находятся? Хотя здесь вот этих мало, слушайте. Раз. А где я эти потерял? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. А, я не шарю. Что здесь у нас вообще есть? У нас здесь есть туалеты. И я куда-то могу попасть. Так, компьютер. Гольф, примещение 37. Ничего нового. Еще раз. Примещение 37, ничего нового не сообщить. Гольф по-прежнему скучный. А ты кто такой? Так, у нас были спортивные игры. Давайте, наверное, я думаю, тогда уже на этом закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.